вначале польем трактор из шланга. Устроим ему холодный душ. Вот так. Замечательно у нас выходит. Теперь берем мочалку и наносим много пены. Вот так! Чтобы отмыть всю грязь, нам нужно очень много пены. Хорошо! А сейчас мы включим большие специальные щетки, которые очистят трактор. Посмотрите, какие они мощные и как они работают. Трактор выглядит уже намного чище, правда? Теперь мы можем рассмотреть, какого он цвета. А какого он цвета, ребята? Голубого. Правильно, молодцы. Сейчас мы высушим трактор от всей воды и влаги. В этом нам помогут специальные фены. Отлично. И остался последний шаг. Натираем специальной губкой трактор до блеска. Великолепно! У нас все получилось! Поехали дальше! Ой, наш трактор еще оказался поломанным. Посмотрите, у него трещины на корпусе. Спущены колеса. Нам нужно его срочно отремонтировать. Берем сварку и удаляем все царапины и трещины. Вот так. Теперь добавим масло. Без масла трактор не может работать, друзья. А сейчас подкачаем колеса. Задние вначале. И передние колеса. Вот так. Посмотрите, внутри трактора порвались важные провода. Давайте их починим. Синий проводочек, зеленый. И остался один красный проводочек. И мы отремонтировали. Едем дальше. Теперь перекрасим трактор в другой цвет. Какой же цвет нам выбрать? Может, розовый? Ух ты, как ярко выглядит наш трактор. А давайте попробуем зеленый. Тоже неплохо. Может быть, покрасим трактор в красный цвет? Вау, замечательно выходит. Давайте еще попробуем фиолетовый цвет. Мне он нравится больше всего. Отлично. Теперь нам нужно поменять колеса. Вот так трактор выглядит как новый. Ставим наклеечку. Очень красиво получилось. Молодцы, ребята. Фермер.